Церемония открытия состоялась накануне, 19 февраля, во Владивостоке. В нашу сборную попали 12 атлетов, всем до 16 лет. Они покажут себя в трех дисциплинах. Всего их 8. Горнолыжный спорт, кёрлинг, сноуборд, хоккей с шайбой, фиджитал-хоккей, лыжные гонки, шорт-трек и фигурное катание. Всего в играх участвуют более 1000 спортсменов из 10 регионов – ДФО, ДНР, ЛНР, а также гости из Китая, Кореи и Узбекистана. Соревнования продлятся до 24 февраля.